Такое чувство, что в этом году осень основательно проверяет на прочность наше здоровье и иммунитет наших детей. Только удалось победить один вирус, как за углом уже поджидает следующий. На данный момент нам очень активно циркулируют разные респираторные вирусы, которые проявляются насморком, болью в горле, сухим раздражительным кашлем, повышенной температурой. Во многих случаях альтернативой применению таблеток и сиропов является ингаляция. Это лечебный процесс, когда при помощи воды и пары через дыхательные пути принимаются лекарственные вещества. Преимущество ингаляции в том, что прием медикаментов через дыхательные пути – более щадящая для организма процедура, нежели непрерывное раздражение пищеварительного тракта таблетками. Во-вторых, при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей вдыхаемые медикаменты действуют именно на больное место, поэтому и эффект обычно ощущается сразу, и он значительный. Выбор ингаляторов широк, но у ингаляторов нового поколения есть несколько преимуществ. Так, например, ингалятор Amron A3 Complete – уникальный комплект небулайзера для лечения верхних, средних и нижних дыхательных путей. У него минимальные потери лекарства во время ингаляции, а также короткое время ингаляции. Прибор предназначен для повышения эффективности лечения астмы, хронического бронхита, а также респираторных заболеваний в домашних условиях. И хотя ингаляцию обычно связывают с холодным и темным временем года, на самом деле она эффективна и ее рекомендуют на протяжении всего года. К тому же эффективное воздействие ингаляции признано веками и доказано. Поэтому оградите себя и своих близких от частых простуд, приобретя для своей домашней аптечки ингалятор.